Да, пусть э, хитромудрые выпускники соросовских курсов что-нибудь скажут. Дело в том, что все эти программы, да, американские, европейские, все эти фонды, они учат разрушать, а строить они не учат. Строить и не учат. Они учат, например, мобилизовывать людей на улице. Они учат проводить агитацию через соцсети. Они учат рассылать всякие разные смс и послания через мессенджеры. Они учат людей оболванивать, как бы, да, и мозги им сворачивать на, на, это самое, на бикрень. Они учат это самое всяким разным непролистным акциям, гражданскому непониманию. А управлять страной они и не учат. Строить что-нибудь они не учат. Выигрывать войны они не учат. Они сами этого не умеют. Во-первых. А во-вторых, как бы им это и не нужно. У них задачи совершенно другие. Америка и Европа, они могут привести кого-то к власти, а помогать они не собираются. Нет. И еще раз говорю, вот это тоже важно. Вы поймите, чему учат как бы, да, вот все вот эти проекты. Они учат разрушать. Они учат бороться с действующей властью. А управлять они не учат. Строить они не учат. Так сказать, выигрывать войны они не учат. А это не их совершенно как бы, задача. Им это до лампочки. Им главное привести к власти своего человека. Этот человек должен выполнять команды. Вот. И чем он будет четче их выполнять, тем лучше. Вот Пашинян, например, был журналистом. Он, что он делал? Он всю жизнь строчил всякие, так сказать, статьи, тексты. Тоже такого критического содержания. Но критиковать и строчить тексты, это, конечно, тоже неплохо. Тут надо иметь талант. И он, кстати говоря, как говорят многие люди, в принципе, достаточно такой талантливый был, журналист. Вот. но это вовсе не означает что этот человек может быть главой правительства вот и все мне кажется еще он очень хороший оратор я вот посмотрел да. как он выступает это замечательно это очень зажигательно да ну так вот это и есть его стезия понят Зеленск... зеленский хороший квнщик и актерками сельских разных комических так сказать, шоу вот. этот хороший оратор ну и они этим мы должны заниматься Это тоже к вопросу вот обо всех этих обывательских мечтах. Им кажется, что если, так сказать, человек там где-то, так сказать, выступил, и там, чтец, и за... жнец, и на надудеигрес, да, да. Сам, сам играю, так сказать, сам пою, сам билеты продаю, вот. и вот тогда и он, он может быть кем угодно, и президентом, и министром обороны, там и прочее, прочее, экономика руководить. Это иллюзия. Но дело в том, что именно таких людей, собственно говоря, западники приводят к власти. Почему? Очень просто. Потому что следующий шаг, который они сделают, вот эти люди, которые придут к власти, это пойдут за помощью к Западу, потому что сами делать они ничего не умеют управлять они не умеют. Они вообще об этом даже не думали никогда. Опыта у них нет. Значит, что они сделают? Они тут же как бы на следующий день начнут просить помощи, что я требовал доказать. Дальше приезжают, так сказать, добрые дяди из Международного фонда. Дальше приезжают, так сказать, добрые дяди из блока НАТО. Значит, одни вам начинают как бы строить экономику, а другие начинают, так сказать, как бы строить оборону. Вот и все, вот такие задачи у этих людей.